Здравствуйте, подписчики и кто смотрит этот канал. Вот начну с огорода. Вот надо уже помидоры подвязывать, они выросли, вот какие вымахали у нас. Вот. И ягода пошла. Ягоду поливать надо. Земля сухая, вон вся трескается, а нам некогда. Вот. Тут я вот тот раз прополол эту вот поляну, у нас ягоды. Прополол в тот раз, и опять вот все заросло. Ягодов вот должно быть как бы много, а влаги мало, усыпано и жухнут они. Тут вот у нас тоже помидорки. Вот, подвязывать надо потихоньку, а нам некогда. Вчера мы ездили картошку окучивать, попросили нас, меня, то есть. Вот. Косилку настраивал. 5:10, тут и время пролетело. Вот. Сегодня ездил в город, хотел селитры взять, аммиачный полить. Вот стоило только один раз полить свеклу после дождей. Как вот она уже, ее прорежет уже надо местами, наверное. Вот. Это у нас свекла кормовая. Так сказать, пробный вариант. Вот. И прополоть не мешало бы маленько. Сегодня вот еще в город ездил. Вчера у нас пробный заезд был сена. Купил нитки. Вот. И к шатуну наконечник. Первый раз такой покупаю. Не знаешь, насколько выдержит. Вот. Ширпотреб, вон он. Тут приварено, там отлетает. Ну, а это вот маленько прослабилось и начинает вот она стучать. То есть не вечные они. Когда-то приходят в негодность. Сегодня будем косилку ремонтировать и шайтан арбу еще посмотрим. Вот, стоим мы без шатуна сегодня ремонтировать. И вчера еще чуть осталось и полетел у нас один сегмент. Вот здесь вот должен быть сегмент, а его нету. Вот еще клепать надо будет. Вот у нас пробный заезд был здесь, может, с гектар или 0,8. Так, маленько петушки остались. Тут я не стал заезжать сюда в угол, потом девчонки доделают свое дело. Вот. Повалить. Ну, здесь неровно. Это вообще здесь очень нет. Бугры были. Картошку, если как обработаешь, совсем другой коленкор. Одни грядки вон. Еще надо думать, куда хранить, оставлять. И там вон у нас еще тыковка в углу, в правом верхнем вон. Вот, это у нас картошка. Ну, я думаю, еще раз проехаться, чтобы уж потом. Здесь вот первый год сажаю я, то есть жучков вообще не видать.
А там уже и личинки отложили. Тварь лар. Хорошие жучки. Очень хорошие жучки. Ну вот, трава еще даже, ну, рано еще косить. Все торопятся. А я уж не то что тороплюсь, а мне косилку надо было испробовать. Вот еще вот эту поляну. Сейчас девчонок туда загони, они потопчут больше. А этот, когда стерня останется, они получше ее подберут. А это сейчас они все затопчут только. А это хоть польза будет. Пускай небольшая, но пускай 10 тюков будет, но все равно польза. Вот. Вчера мы вот еще положили вот эту поляну. Вот. Здесь края, как обычно, девчонкам оставили. Вот. И предстоит нам еще вон колоситься. Вот там еще у нас гектар 15, наверное. Вот. И здесь вот.